я знал! У меня телефон, он не то что без экрана, он у меня даже никуда не подключен! Я просто сижу в комнате с человеком, который повторяет за другим человеком! И знаете, что я вам скажу? Я хотел вам помочь, а теперь... Преподы! Три белых лебедя, святые женщины. Они стоят вот так, ручки сложили, такие красотульки. А мы так только эти. Это фирменная карточка Камеди. Давай, с матом матерись! Камеди, обматери меня! Где отсюда, тварь? Это не мат. Это не мат. Как будто мать-одиночка пришла к мэру, а он ей вежливо отказал. Давай, мат, 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 мат! Слышь ты, нам воспитание не позволяет материться при Марине. Слышь ты, пошел. Привет, меня не теряй. Попал в больницу какую-то очень странную. Похоже, в обморок грохнулась. Очень испугалась. Ну все, думаю... Еще одно слово в копилочку. Скажи, зачем тебе эти скверные слова? Какие слова? Как какие? Матные? Матные? Ну, круто делать то, что запрещают. Типа, взрослая такая. Они все тут так думали, а теперь знают, что матные слова приводят к развитию тяжелых состояний организма, которые вызывают болезни и мутации. Ага, Петров. Опять сегодня матом думал? Ну-ка, что у нас показывают датчики? 38. Зато ни одного слова вслух не сказал. Вы что, меня здесь все разыгрываете? Вообще-то я клятву Гиппократа давала. Поэтому знаю, что мат вызывает агрессию, а агрессия вызывает стресс, а стресс вызывает тяжелые неизлечимые заболевания. Материшься, значит проклинаешь свой род. Можешь сама прогуглить значение слова на «е», которое в старославянском языке означает «проклинать». Вообще мат – это славянская история. В странах, где не ругаются, гораздо меньше болеют. Рот на замок! Ну что, лечиться будем? Наверное. Дай, пожалуйста, ручку. Вот эта вот резиночка для тебя. Каждый раз, когда захочешь ругаться матом, натягивай ее. Да, знаю, это больно. Но так твой мозг запомнит, что мат – это боль. И с каждым днем ты будешь все меньше и меньше ругаться. Наши условия! Да, лось сквернословие! Ну, слава богу, очнулась. Всю ночь бредила, еле температуру сбили. Ну-ка. Даш, опять что ли без шапки гуляла? И не только. Что с тобой делать, скажи мне? Ром, да не игнорил я тебя. Мне просто нужно было время все обдумать и заново научиться разговаривать.
Кстати, у меня для тебя есть небольшой подарочек. Он и твою жизнь за 21 день изменить может. Ну, если ты, конечно, со мной. Конечно, с тобой.